Экс-директор лагеря «Виктория» Петро Саркисян остается под ночным домашним арестом. Несмотря на то, что прокуратура просила для него круглосуточный арест, суд учел состояние здоровья обвиняемого и смягчил санкцию. Защита потерпевших ходатайствовала о назначении еще одной пожаротехнической экспертизы, так как две существующие ныне противоречат друг другу, убеждены адвокаты. Если очень тезисно, то это причины. Нас интересует вот этот характер. А далее это вопросы, безусловно. То есть есть целый ком вопросов, которые по содержанию, безусловно, на мой взгляд, подтверждаются. То есть в этой так называемой независимой экспертизе это целый пласт вопросов, связанных с несоответствием проектной документации. Адвокат говорит, что важно получить окончательные выводы о причинах пожара, которые могут указать на конкретных виновников. Не все коллеги согласились. Споры возникли о том, кому именно поручить экспертизу и кто ее будет оплачивать. Защитники Саркисяна заявили, что противоречий в документах не видят. Эксперты не смогли ни подтвердить, ни спростувати зазначені 4 причини виникнення пожежі. Тобто не змогли нічого. Відповідно до висновку 92.43 несе розгляд 1.19. Встановлено, що причина загальна може бути аварійний режим роботи побутового заводного кипятильника. Таким чином висновки не протиречить один одному. Само же дело уже подошло к процессуальному завершению. Все документы изучены, потерпевшие допрошены, стороны могут переходить к дебатам, а после вынесения приговора. Однако суд все же назначил очередную, уже четвертую экспертизу, и новое исследование может отсрочить финал.